Всем привет, дорогие друзья, дорогие подруги, здрасте. Бритьё. Я несколько необычно себя чувствую, потому что, не перематывайте, будет много полезной информации. Так отчего же я себя так чувствую? Потому что, в первую очередь, наверное, из-за того, что сегодня участие в обзоре будут принимать предметы, которых уже, собственно, нет. Их продали. И даже половина, вот две трети тех брит, которые я сегодня покажу, их нет. Их уже купили. После обзора сразу же я их еще раз промываю, пакую. Забирают и отправляют. Они закуплены, их надо отправить. Спасибо тем людям, кто лишний день подождал, чтобы я смог это сделать. Хотел спасибо вам сказать за то, что поверили, за то, что оказали свое, ну, скажем так, содействие, помощь. Потому что, ну вот не далее, как несколько дней назад, в среду, по-моему, все, что мы выставили, начиная с 17:00 по Москве, усохло. Даже суток не прошло, где-то примерно до 25-30% наверное, от того количества, которое мы выложили. Сейчас половина титана осталась, а всех позиций просто нет. Если говорить за регулируемые бритвы из нержавейки, тайгу, к 20 часам, ну, в смысле, да, 20 часов, там правильно ребята выходили в комментарии, писали, 20 часов прошло, все, распродали все. Если говорить за титан, то через 20 часов титана 23, по-моему, или 24 штуки еще осталось. То есть это чуть меньше половины, 40%. А если заговорить за Limited Edition, то там картина была еще веселее. Дело в том, что за первые 30 минут разобрали все, и даже получился некоторый овер. На 4 брифы продали больше. Те первые люди, которые платили, естественно, они сразу же получили свои бритвы. А все последующие, всем написали письма, что, мол, так и так, вот, ребята, извините, бритвы уже куплены. Кто захотел, им вернули. Это два человека. Два человека осталось. Так вот, в связи с этим я хотел бы сказать. Те 5 штук, которые мы сделали, они были сделаны, ну, просто на попробовать. То есть, нужно это людям, не нужно, интересно это, не интересно. Но так как интерес с вашей стороны превысил ожидания, мы с Евгением посоветовались и решили прийти к следующему. Каждый год мы будем выпускать 10 бритв. Не 9, не 25, не 11, не 3, 10. 10 брит подобного формата. Все они будут без номеров, все они будут с надписью Limited Edition, и на всех на них будут какие-то предметы в качестве украшения. Ну, как вот мы любим украшать свои ружья, свои ножи, там еще что-то, вот точно так же вот и будем делать. Но так как первый раз мы их сделали 5, приняли решение, что сделаем еще 5. Сейчас будут еще сделаны 2 черные вверх, красный низ, ну то есть черные фианиты 2,5 мм диаметром наверху под каждой цифрой и 3 маленьких торца крышки и один большой фианит, но красного цвета на гайке регулировки. И 3 бритвы, это синий верх и зеленый низ. Те самые, которые были в рекламном ролике, и те самые, которые под цветом так красиво переливаются. Там синие фианиты точно так же диаметром 2,5 мм будут на верхней плите из торца крышки, а на гайке регулировки будет зеленый фианит. Из них одна уже забрана, то есть ее нет. Синий верх, зеленый низ. То есть вот 4 останутся, или 3, я уже не знаю, там с Сергеем разговаривать. Так что если вдруг кому-то интересно, имейте в виду, будет еще 4 бритвы. По титану, ну, вполне себе могу понять, потому что бритва не, скажем так, не дешевая. Но и тут не обошлось без курьезов. Были люди, которые, увидев стоимость титана, разворачивались, покупали нержавейку. Хотя было и наоборот. Те люди, которые заранее бронировали нержавейку, отказывались от нее и брали титан. Мне понравилась фраза, которую человек написал, не смог устоять от ее красоты, прошу прощения, просто раз и забрал, по-всякому было. Ну а что касается нержавейки, да, ребят, на данный момент ее, конечно же, нет, но на следующей неделе тут провели определенную работу, я думаю, что где-то порядка, может быть, 20, до 30 точно, штук еще будет, и они появятся. Кому интересно, или нужно на сайте проверять, ну или к Сергею Моисееву, чтобы он вас сразу же имел в виду, и как только что-то там появится, вы сразу могли бы забрать. Это что касается первого релиза. Огромное вам спасибо. Я такого никогда не видел, не слышал даже, чтобы партия, сколько там получается, ну почти 180 штук, 134 и 53.
187 за 20 часов почти. Там 20 титана осталось, значит, 160 штук. 160 штук за 20 часов. Ну, вы серьезно подошли к вопросу. Это рекорд даже, наверное, какой-то. Ну, ладно. Все будет хорошо, я надеюсь. Что до, опять же, того, что вы поддержали мою мысль, сделать сравнение по поводу всех тех регулируемых бритв, которые у меня есть сегодня, и которые можно было бы вот так в ряд выставить, а их набирается где-то, ну, порядка, может быть, 8. Чисто гипотетически я мог бы еще туда и Паркер пристегнуть, потому что да, у меня его нет, и да, я им брился. Я помню, что он из себя представляет, можно было бы еще и о нем поговорить, но менее предметно, потому что у меня его нет в руках, я не мог бы его измерить. Так просто общая характеристика какая-то. А если за то, что в наличии, то 8 штук. Горячие головы уже принимают ставки. Попробуйте угадать, какая бритва из этих 8 победит в соревновании у Иванова в сравнении. Но я вам могу сказать сразу. Я постараюсь, не, ну, конечно, определенная субъективность будет присутствовать, ну, сами понимаете, но я постараюсь откинуть все и просто провести, с одной стороны, тупой анализ, чисто технический. То есть не то, чтобы вес и габариты бритвы, но вот управляемость, как она из себя что представляет, плюс ее технические возможности, то есть диапазон, в котором она позволяет с собой работать, управлять. Ну и плюс ее, конечно, тактико-технические данные, то есть как она бреет. Потому что, несомненно, у всех бритв, несмотря на то, что разный габ, так у них еще и геометрия разная, бреют они по-разному. Так вот, с этой стороны было бы интересно посмотреть на эти бритвы. Ну а ставки, ну кто азартный, ну ставьте, я думаю, я вас удивлю. Так вот, все делается вовремя. Люди не зря это сказали, потому что вот сейчас вот только мы с вами на эту тему заговорили, и тут совершенно как-то, знаете, в кучу еще и яки свою бритву подстегнули. Как раз вот тот самый гипс, которого они вот уже в прошлом году, по-моему, презентовали, они прислали второй экземпляр, якобы доработанный. В каком месте доработаны и доработаны ли вообще, это мы с вами увидим, но в отдельном обзоре. Но в соревновании он может принимать точно так же участие. Плюс ко всему, новость очень-очень интересная. Потому что в нашей стране, я вот даже записал, появилась компания Mayhaw Metal Industries, которая представляет Pearl Shaving. И директором этой компании является Смирнов Леонид Алексеевич. Он-то и будет представлять в России эту компанию. И, как я понимаю, именно через него будет происходить реализация этих самых перлов. Так вот, одну из этих бритв он нам также выслал. Плюс и она еще поучаствует во всем этом обзоре. Во всей этой вакханалии. Вы представляете, как мы с вами разгуляемся? Уа! Ну, думаю, будет горячо. Блин, у меня же вон мурашки пошли. Все нормально будет. Ну и что? Ну и все. На этом вы, наверное, идите на крупный план, смотрите, что да как, шупайте. Ну, а я начинаю подготовку к бритью, догоняйте. Парни, есть предложение. Быстренько пробежим по второстепенному, чтобы уже остановиться на главном. Из Помосков все, которые предлагают на сегодняшний день наша компания, SHD, силиконовые наконечники уже были, остались манжуриц и простой сильвертип. Ну а также все те помазки, которые совсем недавно вышли. У меня очень большое желание сегодня побриться кабанчиком. Но давайте следовать очередности, наверное, что ли. Поэтому сегодня хотел бы побриться манжурцем. Манжурцем побреемся, потом у нас будет сильвертип, и уже потом кабанчик и вся синтетика. Как я уже говорил, все помазки будут упакованы в наши фирменные тубы. Внутри, кроме тубы, будет еще мешочек с завязками. И обязательно внутри пакетик силикогеля, чтобы лишняя влага не мешала помазку, что ли. Хотя какая там влага? У волоса же свой, у шерсти, у ворса. Свой же какой-то баланс. Я не думаю, что без силикогеля он бы как-то навредился. Но на всякий случай силикогель там все равно будет. Все, с помазками закончено. Мыло. Мыло Fine с запахом платинум от известной американской компании. Крепкий, сбалансированный продукт. Специально за ним гоняться я бы не стал. Но если есть такая возможность, можно взять, попробовать. Меня не подводил, надеюсь, что и вас не подведет. Крепкий, сбитый, хороший продукт. Но так. Вот посерединке он хорошо стоит.
Автошейф сегодня будет Man Energy Platinum Pure Home лосьон после бритья от компании Новая Заря. Это наш хит. Стоит недорого, продается практически везде, нравится многим. Не всем, но многим. Сегодня этой штучкой и заполируемся. И, наконец, бритвы. Тайга. Регулируемая бритва из нержавеющей стали. К сожалению, ее уже нет у нас в магазине. Готовим новую партию, предыдущая закончилась. Коробочка не изменилась со времен первой партии, но вот сама бритва изменилась. Именно эти изменения я бы и хотел вам сегодня показать, чтобы вы были в курсе. В будущем бритва, если и будет меняться, то не по многим параметрам. Вот в перчатках это неудобно делать. Давайте так как-нибудь попробуем. Вот так вот, наверное, будет удобно. Перед вами три бритвы. Инженерный образец, тайга первого выпуска и тайга второго выпуска. Как вы сами можете заметить, она чисто визуально даже немножечко отличается. На самом деле изменений гораздо больше, чем можно заметить визуально. Так в чем же они заключаются? Внешний вид. Да, тайга стала более блестящая. Полировке мы уделили больше внимания. Ну, у нас было больше возможностей, скажем так. Также изменилась и внутренность. Как? По количеству деталей изменений никаких. Как было 7, 7 и осталось. Верхняя крышка, средняя крышка и нижняя плита. Изменений нет никаких тоже, кроме одного случая. Здесь торца. Если в первом варианте мы наносили просто точку, то во втором варианте мы уже ставили гравировку. Сейчас сами увидите какую. ХЛС. И закрывали ее эмалью. Все, здесь изменений нет. Пружина. Здесь изменения минимальны. Мы ее стали делать несколько по другой форме. Иди сюда. Вот. И стали подвергать дополнительной обработке, чтобы при термической обработке, когда пружину делают на горячую, на ней остается темный след. Несмотря на то, что она из нержавейки, но выглядит она достаточно непрезентабельно. Мы же постарались вернуть ей былое величие, поэтому пружинки сейчас будут выглядеть, ну, понаряднее, что ли, нежели в первой партии. Гайка. В регулировочной гайке, да, есть изменения. Она стала более мощной. Для чего? Укрепить вот эту часть. Не то чтобы вот эта слишком тонкая на старой тайге была и что-то там с ней происходило, нет. Но все-таки она достаточно тонка, а хотелось ее иметь понадежнее. Ну и как впоследствии выяснилось, это было все сделано не зря, потому что благодаря тому, что здесь есть утолщение, можно было уже ставить более серьезные предметы. Как то камешек, например, вот здесь спокойно вошел, здесь бы он не вошел ни под каким соусом. Сама же накатка, какой была, такой и осталась. Один в один. Ну, естественно, внешний вид, конечно, тоже поменялся несколько. Стало более блестяще. Основные изменения, конечно же, коснулись гильзы и винта. Гильза стала несколько короче, как и сам винт. Что укоротило слегка ручку и от 90 мм, по-моему, сократило до 80 или 85, по-моему, 85. Все, больше никаких изменений. Я очень сильно извиняюсь, забыл сказать про гравировку. Если в первой партии она была из лазера, то во второй партии она механическая и заполнена ювелирной эмалью. Как и на самой гайке. Точно так же механическая гравировка и заполнена красной эмалью. На плите черной. Все, теперь точно изменений нет. К сожалению, в тайге не идет дополнительно подставка, но ее можно приобрести отдельно. Поставляется в отдельной коробочке. Блин. Хлопцы, вот заставили у меня эти гребаные перчатки одеть, мне как корова с седлом, вот честное слово. Так вот, подставка, это обыкновенный блин, по краям закругленный, точно так же отполированный. Здесь паз, в пазу резиновое кольцо, чтобы это у вас все мягонько стояло на вашем санфаянсе. И здесь у нас вот этот штырек. Он предназначен именно для этого паза. Но, когда вы его вставляете, обратите внимание на зазор. Зазор должен быть от 3 до 4 десяток. Почему? Потому что длина вот этого штифта просчитана с этим отверстием таким образом, чтобы вся бритва держалась только вот на этом кончике, вот здесь. И не доходила до основания, не основания, а поверхности самой
подставки, где-то примерно на 3-4 десятки, чтобы здесь не образовалось никакие царапины, никакие потертости и ничего. Поэтому, беря вот такую подставку и тайгу, вы точно будете знать, что ваша подставка не поцарапается. Стоять все будет надежно, удобно и хорошо. Ну, вот так вот примерно. Все, с нержавой тайгой закончили. Переходим к титану. Титановый вариант тайги у нас был представлен двумя образцами. Один из них просто титан, и второй limited edition. Давайте посмотрим оба. Каждый из них поставляется в деревянной коробочке, на которую одета вот такая вот картонная обечайка с нашей символикой. Внутри, не в коробке, а между этой обечайкой и самой коробкой, обязательно будет гарантийная карта. Коробка из массива дерева с магнитами, вот на таком шарнире. Все это покрашено в красивый такой, ну, не графитовый, наверное, черный какой-то цвет. Лого тайги, самой тайги. Открывая, вы точно будете знать, что ваша коробочка закроется, и внутри у вас ничего не будет колтыхаться, потому что внутрянки этой коробки разработаны таким образом, чтобы там внутри ни при каких обстоятельствах ничего не култыхалось. Поначалу этого не было. Первый образец култыхался еще и как, поэтому пришлось все это возвращать обратно в Москву на переделку. Силикон, да, обязательно будет, силикогель вернее, прошу прощения. Вот вам тайга из титана. Что же это за зверь такой? Это полная копия тайги из нержавеющей стали, конструктивно никаких изменений совершенно нет, есть только замещение по материалу. Если нержавеющая тайга сделана из 316 нержавейки, то титановая из титана ВТ-3-1. Точно такая же механическая гравировка с последующим заполнением эмали на основной плите из торца плиты для вашей удобной ориентировки, как ставить плиты. И точно такая же механическая гравировка на самой гайке регулировки, но заполнена уже не черной, а красной эмалью. Тайга же Limited Edition – это полная копия титанового своего собрата, с той лишь разницей, что узловые элементы под каждой цифрой, обратите внимание, под единицей, двойкой, тройкой, четверкой, пятеркой, заменены на фианиты диаметром 2,5 мм разных цветов, в данном случае черным. Точно так же и на гайке регулировки. Вместо обыкновенной гравировки, заполненной эмалью, будет стоять фианит, в данном случае красный, диаметром 2,5 мм. Плюс с торца плиты вместо меток уже стоит не HLS, а маленькие-маленькие фианитики, точно такого же цвета, как и на основной плите, в данном случае черного цвета. Никаких номеров не будет, здесь просто надпись Limited Edition. Все, больше ничего нет. Сегодня мы с вами, ребята, побреемся титановой, но бриться буду не этой, а бриться буду своей, номер один, которую себе оставил. Да и сразу, наверное, и нержавеющей побреемся, чтобы два раза с дивана не вставать. На одну сторону пустим нержавейку, на другую титан. Давайте так и поступим. Все, хлопцы. Наверное, на этом закончилось. Бритвы мои, поэтому я со спокойной совестью могу снять перчатки и уже, как белый человек, а не с выгребоном, спокойно работать. Это фотографические перчатки, которые купил в ДНСе. Народ их хвалил, но, честно сказать, фигня полная. Но вы сами видели, сидят как на корове седло. Поэтому буду что-то искать другое. Сейчас пока предположение в сторону, ну, может быть, офицерские, парадные попробовать или еще что-то. Так вот, чем же сегодня будем бриться? Я решил взять КАИ. Попробовать на этой красоте пробежаться, тем более лезвие я люблю, тем более на тайге, ну как так-то, блин, последнее лезвие, что за фигня. Так, ладно. Так.
Так, что-то взялся за КАИ, у меня там последнее лезвие, решил провести перезамену. Так, Persona Platinum или Спутник? Persona Platinum или Спутник? И это хочу. Как же быть, красивая или умная? Давайте, наверное, лучше умная. Так, поставим Спутник. Так, ты где, Спутник? И раз, и два. Некоторые люди говорят, ой, мне там зарядить тайгу, надо пол станка разобрать, зачем это надо, та-та-та-та-та-там. Трагедия полная. Ребят, для того, чтобы зарядить тайгу, не надо пол станка разбирать. Достаточно просто вести себя точно так же, как будто у вас обыкновенная трехсоставная бритва. А это как? А это вот так. Раз часть, два часть, три часть. Все. Дальше. Аккуратненько совмещаем рисочки, вставляем крышку, закручиваем винт, все, и бритва у вас заряжена. Здесь внутри стоит винт с шагом резьбы 1 мм. Сама тайга, по расчетным данным, она должна была начинаться с 0,7. К сожалению, по факту получилось, что с предприятия ее выпустили, она уже начинается с 0,8. Я вначале расстроился, хотел все переделать. Но потом во здравом размышлении решил, что все-таки это тоже нормально. И 0,8, ну, во-первых, не сильно отличается от 0,7, хотя для тех, кто любит мягкое бритье, это уже важно. Но, с другой стороны, сама геометрия тайги такова, что, ну, в принципе, вы можете себе это позволить. То есть на 0,7, на 0,8 вы все еще не будете ощущать режущую кромку лезвия без потери эффективности. Поэтому каждый раз, когда вы будете настраивать свою бритву, иди сюда, мой сладкий сахар. Вот так вот. Знаете, что она у вас начинается с 0,8. А на скольки же она заканчивается? Тут, ребята, не получилось сделать у всех одинаково. Разнобой все же есть, но он небольшой. Вот смотрите. Один оборот. Второй оборот. Это есть у всех бритв. Буквально у всех. А вот дальше идут уже отличия. Есть бритвы, которые прокручиваются дальше аж на тройку почти. Вот как в данном случае. Есть бритвы, которые прокручиваются на двойку. Есть бритвы, которые прокручиваются на... Ну вот в основном между двойкой и тройкой. Меньше я вот что-то не встречал, сколько не проверял. Поэтому у вас получается шаг будет от 0,8 где-то примерно до 3,2 мм гапа. Так что я считаю, что все необходимые, все насущные потребности практически любого человека, конечно же, эта бритва перекроет. Начиная от простых, ну это один полный оборот, у нас получается, грубо говоря, вот уже 1,8, все, это нормально, рабочее. Где-то в пределах 2,2,0,5, вот так вот, то есть это один полный оборот, и где-то начиная с тройки, тут уже мертвая зона. Этот параметр никто не исследовал, никто не пробовал, никто не брился, и какой-то информации по этому диапазону, начиная полтора оборота прошли, вот от тройки и до конца, я вам сказать не могу, это еще только предстоит все выяснить. Но вот конечный параметр, когда вы откручиваете бритву полностью и бреетесь ей в режиме шаветки, это позволяет бритва благодаря тому, что посмотрите, как у нее зажато лезвие. Ну, максимально близко к рука, вот сколько можно было, вот так средняя плита и выдвинута, чтобы лезвие было как в тисках, чтобы на корню исключить всякие вибрации, непонятные ситуации, чтобы лезвие стояло как вкопанное. Так вот в этом положении люди уже брились, и людям понравилось. Я думаю, что первый проход, наверное, и мы с вами вполне себе могли бы сделать на максимально открытой. А потом уже спустимся вниз, ну и что там останется от морды, если останется. Будем уже добривать, ну, на маленьких гапах. Вот. Ну и так, на большом это, наверное, все-таки некрасиво. Давайте сделаем, ну, хотя бы... Так, ну вот 2,5, вот так 2,5 и на 2,5 посмотрим, что у нас тут с гапом такое творится. С моей точки зрения все нормально, все хорошо, ну и вылет.
это у нас будет нержавеющая красота. Плюс вот на такой подставке, вот сразу так вот, тырц, вот так вот. И вот сегодня и будем с ней бриться. Это убираем. Ну а теперь наш титановый товарищ, который практически в два раза легче своего нержавого собрата. Потому что, если нержавейка у нас в районе где-то 100, по-моему, 16-18 грамм, сейчас вот точно не помню, но параметры вы уже смотрели, видите, то титан 60 с копейками, то есть практически в два раза легче. Давайте его тоже зарядим. Точно таким же макаром. Вот. Так, где? А, вот. Вот у нас буковки. Поэтому спокойненько так тырц берем, вытаскиваем лезвие, заряжаем нашу бритву. Кстати, насчет люфтов не показал на нержавейке, давайте здесь покажу. Видите, хрен-то там, а вот так вот чуть-чуть, совсем маленько. Так, как вам получше показать-то? Вот. Видите, здесь маленько есть, чуть-чуть, самый децл, а вот так не дойдёшься. Так, как вот так, а вот, видите, как копанная стоит. Сделано специально, вот таких поперечных движений у вас не будет никаких совершенно, они исключены. А вот эти вот вертикальные, они чуть-чуть, в пределах двух десяток дозволен с одной единственной вещью, с упрощением позиционирования самого лезвия, чтобы инструментальщикам, производителям дать хоть какой-то запас, потому что если поставить допуски настолько жесткие, чтобы лезвие садилось как плитое, да, такое можно сделать, но они взвоют и наверняка попросят еще больше денег. Но чтобы не давать им такого удовольствия, мы все-таки один диапазон им оставили. После этого спокойно одеваем, спокойно закручиваем. И еще одна вещь, на которую хотел бы обратить внимание, это вот штифты. Штифты у нас, а вот, вот так вот, наверное. Штифты мы в этот раз тоже полировали, в отличие от первой версии. На первой версии они были не заполированы. Ну, интересно, конечно, смотрелось, но вот так, мне кажется, почему-то более интересно. Давайте и эту, наверное, красотку точно так же поставим. Вначале на максимум, чтобы посмотреть, как у нас все это будет. А теперь уберем на минимум, ты где у нас, и поставим наполовину. Вот так, на 2,5, на троечку. На троечку и посмотрим на вылет. Точно такая же механическая гравировка с заполнением эмалью. Не обращайте внимания, что здесь не написано титан. Первоначальная версия была такая, что будем делать именно так, но потом во здравом размышлении решили, что пометку Ти, ну что это титан, все же нужно делать. Есть люди, которые по весу, например, не очень хорошо ориентируются, так хотя бы им буквенно подсказывать. На всех остальных буква Ти стоит. Ой, стоять. Ну и, конечно, тоже с подставкой. Ну и как вы сами понимаете, если без перчаток и руки жирные, то, конечно, некоторые следы вы оставлять будете. Но я в этом ничего криминального и страшного не вижу. После каждого бритья все равно мы свой инструмент моем, протираем аккуратненько. Ну, желательно, конечно, если моете, то мыть мягкими чистящими, не чем-то жесткачом. Ну и протирать. Ну, есть же какие-то мягкие салфетки. Не жесткое вафельное полотенце, а мягкое. Ну, вот такими вещами лучше и протирать. Ну все, у нас обе бритвы заряжены. Кстати, давай эту на максимум поставим. Вот так вот сразу выведем. С этого и начнем. Все, ребят, пошли бриться. А, ну да, кстати, манжурец. Манжурца сегодня прям погоняю. Давно хотел его. Все, пошли бриться. Ну, хороший. Надеюсь, и в работе будет такой же, не хуже. Все, бриться.
Итак, хлопцы, прежде чем мы приступим к нашему основному священнодействию, я хотел бы заострить ваше внимание. Ребята, посмотрите на эти помазки. Видите вот эти вот сучки? Совсем недавно в комментариях вышел один человек и сказал: «Иванов, зачем ты впариваешь людям брак? Это сучок, это брак. Иванов даже говно будет нахваливать, лишь бы продать». Ну, по поводу последнего высказывания, это пускай остается на его совести, я тут комментировать ничего не буду, но что касается до сучков, я их оставлял, ребята, специально, потому что они мне нравятся на контрасте. Вы поймите правильно, все это наша продукция, это наше видение процесса, и мы так это видим. Не все помазки с этими сучками, ну, наверное, где-то может быть процентов 10-15, но все-таки они есть. Я не считаю это браком по одной простой причине, потому что это, ну как, это декоративное изделие. То есть оно не несет никакой физической нагрузки. Это не стропила, это не ножка стула, это не табуретка, это не оконная рама. Там везде сучки, наличие сучков сыграло бы, конечно, решающую роль. И да, это на самом деле, несомненно, было бы браком. Но это помазок. И я вот так вот вижу, как они выглядят. Я специально их не браковал, специально их оставлял, специально не убирал в сторону. В наших силах, в наших возможностях делать чистый кап, без всяких сучков вообще. У нас этого капа, ну, до каповой матери, навалом. Он у нас в Сибири растет. Но я их оставлял, потому что они мне нравятся. Вот на этого чувака, если посмотреть, так тут вообще, он, смотрите, дядька на велосипеде едет. Ну, классные, прикольные. Так вот, мое послание вам. Ребята, те, кто со мной на одной волне, ну, я вам сказал. А те люди, которые на самом деле считают, что сучки это зло, сучки не должно быть, и сучки это фу-фу-фу, ребят, ну, просто, наверное, ну, воздержитесь от покупки, потому что, ну, нет возможности рентгеном просвечивать коробки и ковырять 100-500 штук, чтобы найти вам что-то без сучка. Ну, то есть люди это физически просто не могут сделать, вы войдите в положение. То есть вот какой пришел, такой пришел. Если на самом деле дело пойдет на принцип и станет как-то ух, вот так вот прям, ну хрен с ним, ну будем вообще без сучков делать, но тогда мне придется через себя переступать, потому что на самом деле мне это нравится. Мне нравится игра света, мне нравится игра на контрасте, мне нравится, как это выглядит. Ну реально по кайфу. И жена у меня такая же, видели, какую рубаху подарила? Тоже все на контрасте, да вся жизнь у нас на контрасте. А это что, исключение что ли? Поэтому вот, как-то так вот, понять и, ну, не простить, а поступить, наверное, так. Ладно, зубы заговорил, давайте убираем всю эту красоту. А, ну да, естественно, вся эта красота, она потом пойдет на обзоре. Это уже вынесено у нас крупного плана. Сейчас же мы с вами будем заниматься подготовкой к бритью. Для этого, так, видно? Видно. Я, наверное, вот сюда вот капну децл. Так, вначале мы чуть-чуть влаги уберем, а теперь сюда ее чуть-чуть добавим. И пускай она покушает. Вот так. Хватит сюда воды, больше не буду добавлять. Остальную вот так вот уберу. И хорошо. А, специально не светил на крупном плане, потому что, ну, тут как бы что, она не принимает никакого участия. Я их просто обкатываю в своем плане. Нравится, не нравится. Но вот сегодня будет принимать участие вот такая чаша. Это от нашего омского мастера. В данном случае опять океаническая тема, с рыбками, со всеми делами. Давайте набирать. Ну и наш сегодняшний герой — манжурец. Наверное, вот так будет правильно. Ну, мыло бодренько вроде пошло, да? Так, выльется что-нибудь? Не, мыло все сживало. Смотрите, как хорошо. Но все-таки пошло чуть-чуть через край. У меня сейчас все руки в мыле. Так, ну и давайте посмотрим, получится сбить, не получится сбить. Так, вот так вот. Бить. А теперь смертельный номер. Мыльной рукой удержу, не удержу. Ну, с такой петлей что не удержать-то? Вполне себе, да, нормально. И на весу, и стоя. Что внутри происходит, вы можете видеть сами. Рыбки на самом деле помогают. Помогают. Ну и помазок, конечно, делает свое дело. У помазка, по-моему, вторая ходка. А нет, первая.
первая ходка. Поэтому если он несколько будет подхомячивать, то я ему это прощу. Самое главное, чтобы не на регулярной основе. Так, уси уже начинают формироваться. Ручка достаточно удобная. Конечно, не мы ее придумали. Она, наверное, уже года полтора-два как гуляет по просторам нашей планеты. Кто-то первый, не знаю кто, придумал именно вот такую вот форму. Ну и как пошло, поехало. Только ленивый еще на эту тему не прогулялся. Делали и покороче, делали и подлиньше, и потолще, и поуже, и маленькие. А мне все равно я есть буду, поэтому делали там из дерева, к примеру, да. Из пластика полно таких ручек видел, металлические, потому что именно с них началось. Кто-то первую металлическую такую ручку сделал. Так что, вот. Ну, давайте уже, наверное, с этого и начнем, чтобы долго вас не утруждать. Компресс. И поехали. Текс. Сколько я тут всего нафигачил. Хорошо. Так, ну и что ты нам покажешь, друг мой милый. С вашего позволения, я бы сегодня хотел сделать акцент на двух предметах. Это помазок, который уже полторы недели как поступил к нам на полке. И, конечно же, бритвы, которые уже прочистки все продали. Продать-то продали, а толком-то я их вот так вот близко вам и не показал. Ну и как в работе, конечно, тоже. Узел. Ну, с моей точки зрения, он практически точно такой же, как зенитовский, то есть итальянский, к которому мы привыкли. Но он чуточку объемнее. Он чуточку массивнее. Возможно, чуть-чуть нежнее. Ну, не факт, может быть, это просто мои субъективные. Но вот то, что я сейчас чувствую на лице, мой любимый мешочек, мой любимый объем, вот он, его прям видно. Вот видите, щеку, как он давит прям. Он не прогибается под ударами судьбы. Он принимает их стоя и работает с ними. Поэтому я, наверное, думаю, что, как и все манжурцы, наверное, он в первую очередь для тех, кто любит небольшой уклон в сторону массажа. Это не кабан. Ребята, не путайте. Он так... Не, так не будет. Так. Вот такое что-то. Короче, возьмите мамичо или силикон, ставьте. Вот будет примерно то же самое, поупруже так маленько. Так, что ж тут начать-то? Видно? Видно. Это нержа, это титан. Ну, давайте с нержа, наверное. Как я уже говорил, первоначально мы с вами открутили на максимум. Вот так на максимум сейчас и будем пробовать. На максимуме хочу попробовать а-ля шаветка. Но не факт, что я буду так продолжать, потому что это не свойственное для меня бритье. Я так обычно не бреюсь, я просто хочу попробовать. Если почувствую какую-то неловкость или какое-то что-то непривычное, ну, естественно, я перекручу и поставлю на ту позицию, на которой как бы проблем нет. Скажем так, гап 1.7, 1.8, 2.0. Вот это для меня самое оно. Ну, давайте попробуем. Так, от крышки. Тут, может быть, что-то довыделывался. У синего моря. Да, вот шкребанул я. Ну, мне фиг было выделываться.
То есть сам виноват. Так, все, пока эту красоту убираем в сторону. Ну и давайте титанчиком. Так, ну здесь титан, а вот так вот, вот он, все, на максимум, видите, да? Точно так же. Ну, что я могу сказать? Определенного такого способа потенциал есть, определенно геометрия инструмента, в данном случае тайги, выдерживает. И да, конечно, он так брить может, но ни в коем случае не новичкам. Я вон дурень старый, хлебало, раскрыл не вовремя, песенки запел, и то схлопотал. Новичок же тут может огрести по полной, ребята, поэтому так лучше не выделываться. Давайте сделаем так, закрываем до конца, вот. И давайте один полный оборот вот так вот сделаем, ну, чтобы так по-взрослому уже. И обратно. И то же самое, наверное, сделаем и с остальной версией. Так. Вот так видно, да? Один полный. Раз. Один полный, кто забыл, напомню, это получается где-то примерно 1,8. То есть один полный оборот, резьба с шагом 1 мм. Миллиметр подняли, было 0,8, стало 1,8. Так, иди сюда. Традиция соблюдена. Что такое? Что-то густовато маленько. Дайте-ка, наверное, водички чуть-чуть добавлю. Ну, вот так повеселее. Понял я, как она бреет. На полностью раскрытой. Давайте теперь посмотрим, что будет на гапе 1,8. Так, блин, я уже забыл, как я это делал. Ну, 1,8. Я даже не знаю, как это правильно сказать, но эта бритва будет категорически противопоказана тем, кто любит жескач. Кто любит, чтобы там какой-то, знаете, какой-то продер был во время бритья, чтобы ты прям чувствовал, как тебе там все вот это продирает. А здесь, получается, просто проводишь, щетины нет. Ну, вот. Как-то, да. Нет, кромка лезвия на 1,8 чувствуется, это нормально. Я думаю, что вы не будете чувствовать кромку лезвия где-то в диапазоне от 0,8 до 1,2. Вот как это было на старте, так же это и на тайге примерно. После 1,2 там все, с кромкой лезвия нормально. Но мягкость, она семейная, вы ее никуда не денете, она все равно остается с бритвой. Хм.
Я-то знаю, что я чувствую, когда бреюсь титаном. И у меня там внутри такое, что если хотя бы десятую часть чат-бот свет уявил, вы бы сказали, да его нос что, с дуба рухнул, что ли, мне в воздухе его чешо. Мне очень интересно послушать тех людей, которые взяли титан, вот их бы было интересно послушать. Очень-очень, что они скажут. Я бы с удовольствием пожал руку тому человеку, который сказал, что титановая бритва, это вот титан, он как катализатор. Если хоть что-то есть в бритве хорошее, какой-то потенциал, он его делает лучше, он его умножает. А что-то плохое, ну, он его не умножает и не скрывает. То есть оно плохое все равно остается. Поэтому я, наверное, уже начинаю понимать, почему я титана таймлес 0.95 габ. Я просто пищу, как прям как ух-ух. Ну, я титаном долго болел, наверное, больше года. Потом, нет же, потом переболел. Потом как-то подуспокоился. Но потом, блин, жизнь штука, она, сами знаете, выворачивает по-разному. Ну вот хороший человек говорит, Викторович, а давай, я тебе пришлю на погонять. Нагоняешься, говорит, потом обратно вышлешь. Ну и, блин, парни, что за бритва? Это просто чума, просто чума. Так, с этим все. Завершающий. Ну вот, первые по чаше уже, смотрите, есть. То есть надо как-то там вот так вот сделать, чтобы помазок держался. Давайте снова уйдем на ноль. И для себя самих, ну не надо уже, наверное, полный оборот. Давайте вот на 3,5. То есть это получается, 3,5 это будет больше, чем полоборота. Давайте на троечку поставим, вот так вот. И одного, и... А зачем второго? А давайте второго, наверное, если этого на троечку, давайте его поставим, ну, скажем, хотя бы на четверочку. Ну, вот так вот, на четверочку. Ну и поехали. Ну вот тут можно будет еще пройти. Так, тебя пока сюда, ну и тебя. Ну вот если докапываться вот здесь один раз пройти и здесь вот, вот так вот, ну давайте, наверное, так и сделаем. Ну да, надо с чашей что-то придумывать, чтобы, хотя может это больше вопросы к помазку, а не к чаше, тоже так, знаете, сразу-то не стоит разбегаться. Так, а что до бривки? Давайте, наверное, попробуем. Прошу прощения. Давайте попробуем, наверное, на двоечке. Так, и тот, и другой. Вот так.
Вот теперь все. Мы побрились. Компресс и автошейф. Хорошо. Я, наверное, уже перегорел. Перегорел, потому что, когда долго с чем-то носишься, как с писаной торбой, пылинки сдуваешь, там, думаешь, а как это, как то, как это, как, вот так вот может быть лучше, а так лучше. Ну, короче, вот, а потом уже просто, когда уже все до конца доведено, когда все сделано, тогда как-то уже отпускает. Тогда уже понимаешь, что ты хоть что говори или не говори. Все. Корабль уже плывет. И там уже только люди будут решать, как он, что он, куда он. От тебя уже ничего не зависит. Вот тогда, наверное, приходит на душу какой-то покой. Ну, при условии, что сделал хорошо. А если сделал криво, вот тогда покоя не жди. Тогда жим-жим будет. А что это, а что то. А как это, а как то. Поэтому тут такое дело. Побрился великолепно. Ну и раздражение как таковое. Так вот чуть-чуть здесь, вот в этих местах. Ребят, тайга не самая лучшая бритва в мире. Это просто еще одна бритва. Еще одна, которую вполне себе можно брать в расчет, если, допустим, вы озаботились тем, чтобы взять себе какую-то бритву с регулируемой агрессией бритья. Эффективностью бритья. Если, допустим, вы выберете тайгу, что вам тогда в этом плане светит? Вам светит или нержавеющая из 316 или из титана ВТ-3-1 бритва из 7 частей, пружина нержавеющая в обоих случаях, по весу там 110 грамм, там 62 грамма, по-моему. Но дело даже не в этом. На мой взгляд, наверное, дело все-таки в том, какой функционал заложен в своей самой бритве. И что этот функционал, который вы можете регулировать от 0,8 до 3 мм, ну, 3, 3,2, там, какой бритве, как вам повезет, он не идет в разрыв с геометрией бритвы. То есть, что бы вы ни поставили, геометрия бритвы будет подыгрывать. Не будет такого, что вы выставили в такую позицию, и даже геометрия бритвы не увозит, и вы, в принципе, не можете бриться. Я верю тому человеку, который первый раз побрился на полностью открытой и побрился в кайф, но хотелось самому проверить, и сегодня я это сделал. Поэтому вот у меня, наверное, в душе спокойно, что бритва вывозит. Осталось одно маленькое «но». Это в диапазоне гапов от 2,1 до 3 мм, вот эти вот почти миллиметр. На этом диапазоне никто не брился. Может, и не надо никому бриться, может, это не бритвенный диапазон, может, наоборот, там что-то такое интересное, что кто-то найдет, скажет, а вы что, вот, открутите настолько и будет вам счастье. Сие мне неведомо. Это еще только предстоит выяснить, не мне. Я так не буду бриться, потому что у меня реально времени нет, кому-то другому. Кто-то другой это попробует, и кто-то другой скажет, фу, говно, или наоборот, зачет, нормально. Я просто хочу сказать, что вот в этом месте для меня лично слепая зона у этой бритвы. Во всех других диапазонах я брился. И я знаю, что эта бритва вывезет. Все остальное за вами. Вам решать. Нравится ли вам то, что она разбирается на 7 частей или не нравится? Нравится ли вам то, что винт выходит и нужно его контролировать, не нравится? Нравится ли вам, что... Ну, тут вам решать. Целиком и полностью. Эта бритва уже не будет меняться совершенно. За одним маленьким исключением. Возможно, мы еще подумаем сделать другую накатку. Возможно. Но это не факт. Но пока вот она как есть, так есть. Это законченный вариант, и мы к ней пришли. Больше менять ничего не будем. Она стала в серию, она теперь пойдет. Дальше. С финишем, возможно, еще что-то подумаем. Но конструктивно бритва меняться не будет. Чем же кардинально отличается титан от нержи? На мой взгляд, и всем, и ничем. Ну, приятно. Приятно, когда проводишь вот по этим поганым местам, а тут ни звука, ни пука. Как, ну, правильно говорят, попка младенца, да, потому что он зацепиться не за что. Приятно. Так вот, если
если нержавеющая, она как лебедь белый. То есть ты берешь, даже вот не лебедь в смысле девушка, а лебедь в смысле мужик. То, что он вот такой вот. Ну, 110 грамм не так уж много, но тем не менее это вес. Так вот, деликатно, аккуратно, как лебедем белым прошел, и все у тебя нормально, все хорошо. То если вы берете титан, то в случае с титаном у вас получается, как знаете, как бабочка крылышком. Ну, практически невесомый. Ну, 60 грамм, ну что там, 62 грамма. Да ни о чем, совершенно. В брите может быть присутствует какая-то достаточная такая доля имховости, но вот на мой взгляд, мне титаном, конечно, бриться интересней. Потому что, ну, он легче, как-то непривычно. Хоть я и люблю тяжелые бритвы, вот, да, все, что до 150, это мое, но все равно, когда вот на контрасте, и сразу все титановое вот приходит, а все титановое в моей жизни это только лишь таймлесс 0.95. Кстати, в голове вот есть мысли, я обязательно это хочу сделать. То есть поставить тайгу и таймлесс 0.95. Не в лоб-лоб сравнить и не устроить батл. Упаси меня, Господи, нет. Это разные бритвы. Просто кайфануть сразу от двух титанов. Просто посмотреть, как они бреют. Возможно, на самой тайге есть какая-то позиция, которая будет напоминать таймлесс 0.95. А возможно, это вообще все по-другому. Потому что, когда я брился таймлессом 0.95 титановым, мне было так хорошо, что я хотел орать от счастья. Точно так же мне и от тайги. Так вот, поэтому мне хочется с ними побриться одновременно, то есть на одной стороне лица, а на другой, чтобы понять, насколько вот эти ощущения разные, насколько, в принципе, вот это все нужно. Потому что ни для кого не секрет. Бритве, если вот такой диапазон, это же не есть счастье. Такой диапазон в бритве, это, ну, больше для тех, кто любит какие-то эксперименты, больше для тех, кто бреется с определенной нерегулярностью. Он может бриться как через день, так и через неделю. Вот, то есть, вот для них, да. А те люди, которые уже устаканились, которые пришли к определенному знаменателю, у них уже есть чем бриться. И если у бритвы вот такой вот там вот диапазон, ну да, для него хорошо, но это для него не обязательное условие. Потому что если он берет что-то, а в этом что-то есть зеленый. А зеленый — это то, что ему надо. Плюс в этой бритве будет еще зеленый, красный, желтый. Ну и хай с ним. Зеленый, желтый, да, нормально пойдет. Ой, красный, желтый пойдет, а ему зеленый нужен. И он будет бриться всю жизнь, и будет всю жизнь счастлив. Ему совершенно не будет никакого дела до другого инструмента, где помимо желтого, зеленого, красного, есть еще 4 цвета от радуги. Ему это нафиг не надо. Радуга, ну вон иди к художнику, пускай он там рисует, а мне вот зеленый и все, и хорошо. Понимаете, о чем я? Если в какой-либо бритве есть то, что человеку нужно, это уже хорошо, это уже он попал в десятку, это уже зашибись. Не надо дергаться дальше, бежать, что-то искать. Поэтому тут, знаете, вот с какой стороны подойдешь. Поэтому мне интересно в лоб-лоб их сравнить. Я рад, что наша компания дошла до того, что мы с превеликим удовольствием можем вам предложить такие инструменты. Я читаю все комментарии, я вижу, о чем вы пишете. Ребята, мы будем работать над тем, чтобы снизить стоимость этой бритвы. Я еще не знаю как. Я еще не знаю чего. Может быть, это будут какие-то комплексные меры, может быть, это еще что-то будет. Может, так вот сядем, вот так пройдем полностью по всей таблице, каждую позицию отмерим. Тут ущипнул, там ущипнул, тут ущипнул, без потери качества. Упаси Господи. Просто попробовать как-то снизить. Все, что возможно, мы сделаем. Но если это будет возможно, потому что может получиться так, что мы везде со всех позиций поотщипываем, а там разница будет 1000 или 2. Ну и кому это поможет? Я думаю, что никому. Поэтому будем посмотреть. Ну а помазок, ну, это хороший манжурец в хорошей ручке. То есть, если вы рассчитываете на манжурца, рассчитываете на барсука, который будет вам не только роскошь объема давать, но еще с массажем, вполне себе вариант. Это не кабан. Пломбы из зубов ковырять не будет. Но как для барсука, он вполне себе соответствует и satisfied. И, конечно, он гораздо упруже, ну, гораздо тверже, наверное, чем Silver Tip и SHD. Ну, вначале так вот, по мягкости, наверное, Silver Tip, потом идет SHD, и вот, наверное, самый-самый, это вот все-таки манжурец. Вот это я хотел сказать. Ну, и, конечно, с пятаком в попе. На этом разрешите с вами попрощаться. Добра, счастья, радости, берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. А на следующий обзор мы с вами испытаем китайское чудо. То самое китайское чудо,
которая раньше была без палочки, а теперь на палочке, господи. А теперь без подставочки, а теперь с подставочкой. Хоба! Кстати, я проверил. Рекс тоже сюда входит и стоит нормально. Вот до такого яки дожили. Представляете? Вот это на следующем обзоре с вами и обкатаем. Ну все, пока-пока. Берегите себя. Подписывайтесь на канал.